Российские геймеры доигрались в самом прямом смысле. В Москве прошел первый марафон игры Mail.ru. В предварительных виртуальных боях сразились 3 миллиона участников, но только 32 лучших из лучших попали на марафон, где вступили в бой уже за главный приз. Я сейчас как Якубович должен сказать: главный приз — автомобиль! Организаторы фестиваля геймеров Mail.ru Group устроили поистине невиданный аттракцион щедрости. Приготовили для всех участников финального турнира призы на 1,5 миллиона рублей. Но за них, правда, пришлось постреляться. Итого у вас 6 выстрелов на 2 мишени. Как-то очень просто, нет? В первом соревновании участники сразились в лазерном тире. И только 10 самых метких Робин Гудов прошли в следующий тур. Остальные получили дорогие смартфоны. Вы оказались лучшими из 3 миллионов. Не забывайте об этом. В следующем туре нужно было поработать руками. Проблем с этими коробками по большому счету нет, просто нужно ловить свои цвета. Простая задача ловить подарочные коробки на экране оказалась не такой уж и простой. Коробки вдруг стали вести себя непредсказуемо. Сначала подумали, что это специально, а затем наблюдательная и справедливая Виктория Бонни заметила, что баллы засчитываются в хаотичном порядке и даже на счет противника. Что-то здесь странно все очень. Пришлось остановить неисправный конкурс. Мы хотим, чтобы автомобиль справедливо достался именно тому участнику, кто ее заслужил. В результате снова решили устроить лазерную дуэль. В ней погибли еще 4 участника, которые в добром здравии получили в подарок электронные планшеты. 6 победителей на пути к автомобилю вышли в следующий тур на футбольное поле. Ну что ж, мы начинаем первое состязание. Игроки выходят к нам. Но оказалось, что даже с виртуальным футболом у нас не все в порядке. Виртуальные мячи тоже оказались себе на уме, в результате чего участники стали забивать сами себе. Гол самому себе в вору. Ну ничего, почему еще 2-3, кстати? Третий тур окончательно доказал, что главная игра всех времен и народов – это стрелялки. Итак, друзья, давайте стрелять. Отстреляв соперников в этом метком бое, их осталось 2. До заветного автомобиля осталось совсем немного. Последний бой. Он трудный самый. Итак, следующее состязание называется «Денежная кабина». Задание очень простое. Вам нужно будет забраться в эту кабину и собрать как можно большее количество купюр. Ловкость рук и никакого мошенничества. В этой стеклянной кабине и определился победитель марафона игры Mail.ru. Одному игроку явно улыбнулась фортуна, и он чудесным образом в этом вихре банкнот схватил купюру с несуществующим в реале номиналом 1 миллион долларов. Таким образом, он не оставил своему сопернику никаких шансов и был объявлен счастливым обладателем автомобиля. Александр, ну это ваша победа, я вас поздравляю, вы выиграли сегодня! Я хочу сказать большое спасибо моим друзьям, которые сидят за столиком и меня поддерживали. Большое спасибо моему другу Олегу, который все время был со мной, помогал мне, поддерживал меня и подбадривал. На самом деле конкурс очень волнительный. Я желаю Mail.ru столь же успешных конкурсов, столь же большего количества людей, участников, еще больше. 3 миллиона, я думаю, это не предел для нашего государства. Соответственно, всем спасибо. Спасибо, Виктория. Спасибо, Тимур. Но аттракцион невиданной щедрости на этом не закончился. Организаторы игрового марафона устроили для журналистов турнир настоящей алчности. Представители этой продажной профессии недаром поместили в стеклянный террариум. Схватка с деньгами из воздуха была не на жизнь, а на смерть. А победил я. Наверное, действительно, родился в рубашке. Она и помогла. Чудесным образом туда попала редкая купюра в 1 миллион долларов. У нас есть 1-миллионная купюра. Я вас поздравляю, 1-миллионная купюра на вашей стороне, вот это да. Не уходите никуда. Сегодня был потрясающий вечер, мы еще остаемся, гуляем. Наконец-то можно уже выпить вдоволь, поесть и, соответственно, послушать музыку. Радостные призеры пустились в пляс, а друзья главного победителя не уставали произносить тосты и поздравлять счастливчика. Как известно, что наша жизнь? Игра. Играйте и выигрывайте.